Сидела я с дочкой в кухне, там она разбитая. И как ударило, как бывает, то, знаете, гроза. Как ударит гроза сильно, что я аж заплакала так, гроза сильно ударила. И это все в один миг посыпалось. И окна повыскакивали, то попадали в окна. Побахнуло тут, мы начали доставать хлопця, открывать, блин, снимать все, забирать. И тут на тебе, блин, прилетает второй прилет, начинает гореть. Они ударили полностью по ЖД-дороге, по нашей ЖД-дороге.